Извините, а где это я? Куда мы едем? В твою новую жизнь! Новую? А что случилось со старой? Меньше слов. Тебя там уже ждут. Ясно. Меня ждут? Так, стоп. Кто там меня может ждать? Вези меня, старик обратно. Слышишь? Не могу. Моя лодка плывет только меня, ладно, вперед. Хорошо. Ладно, тогда я сам доплыву обратно. Усуй, ты очнулся. Ты упал без сознания прямо на кухне. Ух ты, я так рада. Я думала, ты умрешь от простуды. Скажите мне, как можно умереть от простуды после того, как сиганул в бассейн? Температура есть. Ты ведь упал после того, как выпил напиток с липовым медом. Что делала Миса? Странно. Это из-за меня, то есть? Но ведь этот напиток должен хорошо помогать. Странно, какая страшная простуда. Простуда была бы не такой уж страшной бедой, если бы не советы наши. Это странно, как он кто запомнил? Да. А у тебя что вообще? У меня спина целая. Да. У меня глаз костовье. Ну ладно, мы пошли работать дальше. А ты полежи, поспи. За тебя я потом поработаю. И лекарства нужно принять. Устал. Если ты намылился спать и дальше, спи на кровати. Что ты тут делаешь? Да вот, решила заглянуть. Как ты? Ты болен? Так что лучше приляг, я за тобой поухаживаю. Вот, пей! Пахнет вкусно. Мёд, лимонный сок. Да, но так как тебе нужна энергия, я еще добавил энергетический напиток. И 100 грамм туарина в сочетании с протеином. Не планировал возвращаться. Почему бы тебе просто не плыться? Ну уж ни за что. Меня там девушка ждет. Полный вперед! Не-не-не-не-не-не-не! Стоп, стоп! Я сам домой доплыву. Я дам тебе статус постоянного клиента. Мисочан, как я рад тебя видеть. Тебе уже лучше? У тебя одни проблемы. Ладно, открывай рот. А? Что? Что это? Суп. Поешь, прими лекарства и ложись опять спать. Мисочан, а что это? Позлево. Витамины! Ты хочешь сказать, что я настолько ужасно готовлю? Нет, я просто разминаю шею. Я поняла. Может, кашель не отравлена? Но очень горячая. И тебе придется всю съесть. Какие у нас милые губы. Если там над тобой так издеваются, почему? Я сам виноват. Чего так вздыхаешь? Неужто из-за девушки? Или из-за простуды? Не думал, что простуда отправит меня переплывать реку. А что не раз? Полный вперед! А, так что насчет статуса постоянного клиента? Нет, я же сказал. Дома. Да, это Игута помог тебя дотащить. Как ты себя чувствуешь? Держи чай. Уже лучше. Спасибо. Так ты заболел из-за того, что прыгнул в бассейн, слабак. А! Паук! Паук! Да паук! Где дело?
Вон там, за занавеской. Бей его, гусы! Ой, ты пугаешь паука больше, чем он тебя. Хочешь, чтобы я тебя отдувасил? Удачи тебе в этой позе. Отлично. Похоже, единственным павшим сегодня буду я. А, Усуи, паук сел на тебя. Раскинь на мне что-то! Кипу-то! Ну, я тебе тоже пауков боюсь. Неправда! Ты просто смеешься над нами! А-а-а! Усуи! Не шевелись! Яблочко! Ты как? Усуи! Усуи! Ты, оказывается, букашка, раз спрей на тебя так подействовал. Стой. Так ты сдаешься? Полный вперед! Еще один приход и статус постоянного клиента тебе обеспечен. Сколько это денег стоит?